Новогоднее представление и хоровод у елки от милиционеров области. В гости к воспитанникам Телеханской школы-интерната приехал начальник УВД облсполкома Олег Шуляковский. Он поздравил ребят и вручил подарки. Спортивный инвентарь, постельное белье, сладости. Около 10 лет правоохранители шефствуют над учреждением и встречаются не только под Новый год. Это самое меньшее, что мы можем сделать, взрослые, для этих деток. И милиционеры Брещины не остаются в стороне, потому что это и наши дети. Кто, как не милиционер, может знать, как тяжело вырастить законопослушного члена нашего общества, который будет создавать, строить нашу страну, который будет и творчески, и своим трудом делать все для страны. К благотворительному марафону присоединились и работники управления департамента финансовых расследований, ивацевичские милиционеры и руководство района. К копилке подарков прибавился телевизор, принтер, денежный сертификат, игрушки. Каждый визит гостей ребята ждут с нетерпением, готовятся и загадывают желания. Я хочу, чтобы в новом году все было хорошо, всем семьям были здоровые, милыми, никогда не сердились. Мирились и всем уступали. Я поздравляю всех с Новым годом и желаю всем счастья. Пусть все будут здоровыми и скорее, чтобы наступил 2022 год. Я жду Нового года, чтобы мои родные остались здоровые. Чтоб коронавирус окончился. Я хочу, чтобы в этом новом году все были счастливы, здоровы, живы, чтобы Дед Мороз исполнял всех в мире людей желания. Сегодня здесь живут и обучаются дети с особенностями психофизического развития. 50 ребят – сирот или оставшиеся без попечения родителей. Около 60 мальчишек и девчонок из многодетных, малоимущих и неполных семей. Эта акция имеет огромное значение воспитательное, потому что сегодня все вместе с вами мы подарили детям не только радость и счастье, мы подарили им уверенность в том, что они находятся под защитой своего государства. И в будущем они, подрастая, будут учиться понимать свою ответственность перед страной, ощущать себя ее частью и точно так же в случае необходимости всегда быть готовыми встать на ее защиту. Новогодние праздники – это и повод даже для самых серьезных взрослых отвлечься и повеселиться. Ведь каждая детская улыбка на счету. Теперь их станет на 115 больше. Татьяна Манчак, Юлия Селюк, Николай Рудский, телерадиокомпания «Брест».